Ну кто ты по крови? Я точно не знаю. Родные есть? Нет никого, я один в мире. Так это ты подговаривал народ разрушить храм! Я говорил о том, что рухнет храм старой веры и создастся новый храм истины. Зачем же ты, бродяга, говорил про истину, о которой ты не имеешь представления? Что есть? Истина! Ты кто утверждаешь, да? Что я подговаривал там разрушить или поджечь? Разве я похож на слабоумного? Да поклянись, что этого не было. Чем ты хочешь, чтобы я поклялся? Ну хотя бы жизнью своей. На волоске знаю это. Не думаешь, что ты подвесил ее, Гегемон? Я не знаю, кто подвесил твой язык, но подвешен он хорошо. А слушай, ты когда-нибудь говорил что-либо о великом? О великом кесаре! Я сказал, что настанет время, когда не будет власти ни кесаря, никакой иной. Человек перейдет в царство, где вообще не будет надобна никакая власть. И настанет царство истины.